Всем доброго, бодрого утра. У нас погода испортилась. Сумасшедший ветер поднялся. И дождик пошел. Ночью шел дождь, ветер. Вот сейчас слегка солнышко выглянуло. Утром так пасмурно было. И ветер такой, и сразу стало холодно. Видите, как качает. Сейчас я море сниму. Если солнышко спрячется, будет холодно. А где солнышко? Видите, какие тучи. Скорее всего, опять будет ветер. Ой, что это такое? Это песок. Песок летит с моря. Да. А мы теперь не будем видеть. Сейчас солнышко спрячется. Нет, солнышко не спрячется. А может и спрячется, не знаю. Алька, привет. Привет. Мишка, не бей машинку, сломаешь. Сейчас я открою тебе капот. Хочет капот открыть. Там открывается Остановились в Сумгаите напротив пекарни Аза с утра. Муж пошел покупать пирожки, дети позавтракали манной кашей, а мы не успели, не стали. Говорит, не надо, а то время будем терять. Быстренько собрались и едем в регион. У нас ужасный ветер, 20 градусов, но не ощущается как 20, как будто бы прохладнее из-за ветра. Видите, опять тучки нависли. И, скорее всего, будет дождик. Сейчас купим пирожки с мясом, как всегда, с барбарисом, наши любимые. И поедем, собираемся поехать в Хачмаз, в Кусары. Потом тоже вечером поедем из Хачмаза. Хотим заехать. У нас такие вот на сегодня планы, прогулка. Хорошо, муж приехал. Вот видите, солнышко выглянуло сейчас. Из-за тучек. И сейчас опять спрячется. К сожалению, в Азе пирожков не оказалось. Мы купили в Браво. Пиццу и... Пиццу. Купили пирожки с мясом. Эх, мам. Сиазань. Проезжаем. Бешбармах, гору. Видите, какой ветер и облака. Я думаю, что там, наверное, дождик. Хотя по прогнозам только было отмечено утром и все. Утром небольшой дождь. Уже заехали в Шабран, район Шабран. Едем дальше. Здесь как будто ветра нету, нет? Как-то ветра здесь меньше. Так, опять по дороге приехали на местный базарчик. Сейчас что-нибудь купим. Йо, кулек. Кулек. Два маната стоит перец, ведро.
Yer neçədə? Yer 4 marka verəcəksiniz. 4. Acılığı yoxdur. Bəs pomidor? Hazır da 4 marka. 4 kilo yarım. 4 kilo yarım verin. Дорого дают? Да, вообще. Йо-йо, вермен. Там еще посмотрим. Да, за бибер заплати. И все. Да. Дальше пойдем. Так, здесь фрукты. Ну, фрукты мы не будем брать. Мы возьмем только овощи. Салам. Ахер, нечеды. Уч манат. Верен. Вот, да, верен. Видишь? Бибер алдых. Помидор нечеды. 4 манат. Помидоры подорожали. 4 монета, а огурчики за 3 берем. Помидоры уже потихоньку на нет сходят. Давай бибер еще. Бибер нечеды. 2 манат. 2 манат верен. Давай еще один бибер я возьму, одно ведро. Чур крупный не хочу. Йо, бейки с темером. Булары. Помидор 3 маната верерсиз götürerek. Başa düştüm. Нет, не дают. Сожалею. Йох, йох. Все. Йох. Помидоры не купили, везде за 4 маната дают. Почему-то. Берем помидоры все-таки. Но здесь хорошие. Здесь чеснок. Перчик. Все купили. Поедем дальше. А это гуси. Да, они красавцы, купаются. Откуда тут это взялось, озерце? От дождя. Ой.